Было поручение главы государства максимально упрощать администрирование, и основная работа в рамках рабочей группы велась по налоговому администрированию. Здесь, Бакшан Ильич, хотел сказать, что впервые основные принципы, которые концептуально мы лет 5 обсуждали, именно принцип добросовестности, принцип неясности толкования в пользу налогоплательщика, фактически все эти нормы заложены, и налоговое администрирование, можно сказать, тоже стало дружелюбным к бизнесу. Большая работа была проделана и по гуманизации. Вы знаете, впервые лет 7 мы обсуждали, и снят такая статья, как лжепредпринимательство. И, как я вам уже, Бахшанович, докладывал, с 1 июля новая форма апелляции ввела, и сейчас мы апелляцию активно участвуем. Три вопроса вы уже в Doing Business поручили разработать количество налоговых сборов. Сейчас их 13, ваше поручение есть, подход есть, продолжать эту работу. Все-таки количество налоговых сборов объединением отдельных налогов можно было бы упростить. Doing Business работа идет, и можно было бы эту работу с рабочей группой синхронизировать.